Как сдержать цены на основные товары потребительской корзины? Заместитель губернатора Владимир Бланк провел совещание с представителями сетевых торговых точек по вопросам образования цен на продовольственные товары. На встрече присутствовали руководители и представители управления АПК и торговли, Наринмарского городского потребительского общества и торгового дома «Хороший». В ходе встречи представители сетевых торговых точек рассказали, как обстоят дела с завозом, какие есть проблемы, а главное предложение по обеспечению города необходимым перечнем продуктов питания. Основная трудность всего бизнес-сообщества – это транспортировка. В период распутицы продукты с большой земли в Наринмар завозят только самолетами. Отсюда и высокие розничные цены. К примеру, цена за 1 килограмм груза по маршруту Архангельск-Наринмар составляет 67 рублей. Санкт-Петербург-Наринмар доходит до 75 рублей за килограмм. Поэтому в ближайшее время будут проведены переговоры по привлечению в округ дополнительных грузовых авиаперевозчиков с целью снижения тарифов на транспортировку и, соответственно, увеличения объемов поставки продовольствия. Как отметил заместитель губернатора Владимир Бланк, по итогам встречи будет выработан механизм взаимодействия власти и бизнеса с тем, чтобы не допустить необоснованного повышения цен на некоторые группы товаров и обеспечить продовольственную безопасность региона.